Ребята, всем привет! Приветствую всех на моем канале Политор RC. Сегодня начинаем распаковку вот такого интересного, и, кстати, что самое интересное, это нового от краулера от Рема Хобби. Вот такого вот дизайна. Ну, сейчас откроем, посмотрим. Итак, что здесь? Ну, это привода передней подвески, что касаемо коробки. Сам дизайн автомобиля. Красные, кстати, привода, которые, да, посмотрим, металл, не металл, вот это, во-первых, да, усиленные привода, я так понимаю. Здесь батарейный отсек, вот здесь вот расположен, то есть боком аккумулятор стоит, ну и серво. Что касаемо дальше, здесь коробки, здесь расположены, что я так понимаю, металлические, наверное, привода, амортизаторы. В комплекте, кстати, идет аккумулятор, скорее всего, гидрид. Сам движок, двигатель и приемник. Надеюсь, что все влагозащитно. Я так понимаю, это у нас, ну, по каким дорогам, я так понимаю, можно ездить, да? Здесь реклама масштаба 1:16. Вот, вот, кстати, вот такого вот цвета, кстати, вот очень интересен. Basic вроде базовый на этот. Вот такая типа должна быть аппаратура. На самом деле аппаратура не такая. Ну, сейчас все посмотрим здесь. Все. И такие масштабы, я так понимаю, бывают 1:10. Здесь всем уже знакомо. Ну, вот такой вот еще рок краулер. Ну, какой-то краулер еще один будет, я так понимаю. Давайте приступим. Распаковывается здесь. Что здесь есть? Напоминаю, полный комплект. Здесь у нас с вами аппаратура. Ну, давайте немножко аппаратуру попозже. И самое главное, да, это наш с вами автомобиль. А, давайте коробку перевернем уже. Достанем все. Ну и так вот, ребята, открыли все. На самом деле, я ожидал машину чуть-чуть поменьше. То есть прикольный действительно дизайн автомобиля. Ну, сейчас давайте более подробно расскажу. В общем, вот наклейки, да, так, я так понимаю, и набор инструментов для самого автомобиля. Здесь что у нас есть еще? Винда, набор инструментов, запасные клипсы, кстати, время хобби молодцы. И вот такие. Мы сейчас обклеим, все посмотрим. Пока, то есть. Модель выглядит вот так. Сейчас подробно расскажу. Ну и знаменитая аппаратура, да, ремофобика с двойными колесиками, то есть для левши и для правши. Здесь минимальные настройки. Но это все есть тоже. Очень удобно, в принципе. Хорошая, кстати, аппаратура, но опять же в сравнении с другими, да, из-за того, что колесико вот это двойное, скажу честно, ну, очень большое именно вот здесь. Ну, я не скажу, что она как бы легкая. Плюс есть еще в комплекте зарядка. Ну, тоже довольно интересно. В общем, давайте, наверное, сейчас предлагаю все обклеить сначала, и потом уже с вами посмотрим более подробно на сам автомобиль в итоге. Ну и вот, получается вот такой автомобиль. Как в итоге, да? То есть наклеечки наклеили. И внешний вид совершенно уже другой. Клеил где-то минут 5-10, не больше. Ну, вот на самом деле, все совершенно стало уже по-другому. По-другому смотрится, да? Согласитесь. Дизайн, конечно, вообще отменный. Но дальше, я так понимаю, еще больше всего интересного. Такой красавец. Так, ну и что теперь дальше по, так сказать, начинке? Во-первых, что касаемо кузова, говорю, что обклеил, смотрится прикольно. Лексан довольно-таки твердый, мне кажется, спокойно его хватит. Дальше здесь, что касаемо самого кузова, давайте пока откроем, ставим шасси. Здесь, во-первых, можно будет поставить подсвет. Кстати, есть выход на канал еще дополнительный. Здесь вот эта вещь мне очень понравилась. Во-первых, здесь есть почему-то вот такая вот удобная клипса, на этих нет. И вот там есть, возможно, под мелочь. Вообще очень удобно, проработано.
крышку, вот, ну и запасное колесо, конечно же, полноценно, вот такая вот откручивается. Ну, на самом деле, честно скажу, вот по первым ощущениям, что касается Лексана и вот какой-то детальности, проработанности, ну, мне очень понравилось, очень. Прям молодцы, за это ставлю 100%, 10 баллов. Итак, что касаемо шасики. Ну, во-первых, полный РТР комплект. Нет только, знаете, включателя, то есть включаешь аккумулятор напрямую. Ну, как раз он вот есть здесь отдельно, да, поэтому можно будет его подключить, да, и включаться будет через уже вкл-выкл. Ну, а так, то есть здесь это. Что касается аккумулятора, давайте посмотрим. Ну, как я и говорил, металла. Гидрид 2500. Ну, кстати, на коробке было 3000, ну да ладно. Вот 7,2 вольта. Вот, ну, такой аккумулятор с таким вот разъемом, ну, стандартным, ничего нового. Поддержка, кстати, есть, сейчас, секунду. Поддержка есть 2S, ну, я так понимаю, можно переключать, да. Вот, что касаемо бокса, удобный, спокойно боком войдет хоть что. То есть спокойно можно расположить. Что касаемо бамперов, также здесь и можно поставить светодиоды, да, в сам бампер. Что касаемо передней части, да, то есть спокойно это все сделать и можно, вот, будет светить. Дальше здесь, во-первых, мосты, конечно же, передний мост. И, ну, давайте к заднему дойдем. Что здесь, кстати, все правда металл. Вот уже наконечники пластиковые, но они, как бы, в принципе, очень достойно крепятся. Я думаю, проблем не будет. Дифференциалы, конечно же, там у нас металлические. Все здесь, привода у нас там тоже стоят металлические, чашки металл. Ну, то есть, в принципе, конечно же, заблокированные мосты. В принципе, проблем не должно быть. Ну, да, все заблокировано, потому что сразу прям едет. Вот, что касаемо колес, ну, во-первых, стандартный хекс, да, здесь колеса очень мягкие, мне кажется, цепляться будет отлично, и для краулера 100% прям зачет, все супер, молодцы. Что касаемо сервы, ну, посмотрим, да, на тест-драйве, как она будет работать, хватит ее или нет. Что касаемо амортизаторов, сами амортизаторы идут пластиковые, металлические чашки, ну и пружины, естественно, тоже. Ну, я думаю, спокойно будет хватать. Что касаемо, ну, вот так вот, да, давайте приподнимаю. Ну, ход подвески, конечно. Вот, все, сейчас значит подъем, да. Ну, мне кажется, может и хватить. Надо попробовать, как оно будет накручение. Ну, подъем есть, смотрится отлично. Дальше. Есть такие бамперы. Что касаемо самой основы, конечно же, металлическая, то есть здесь все металл, и на нее же крепятся вот эти вот пластиковые накладки. И мне пора сзади, это фаркоп, ребят. Ну, везде чаще всего это нужно докупать, где-то ставить, что-то делать. Здесь все есть в базе, ну, здорово, то, что это все есть. Дальше, 540 класса, мотор, ну, понятно, что он коллекторный. Вот, ну, посмотрим, как себя зарекомендует. Не забудь, кстати, эту модель обкатать обязательно. Обучающее видео, как обкатать правильно коллекторный мотор, есть на канале. Кстати, подпишитесь, там все есть. В принципе, проблем не должно возникнуть. Вот я говорю, пластиковые привода, которые здесь стоят. Вот, ну, приемник. Кстати, что касаемо влагозащиты, пока информации нигде не нашел, надо будет почитать, посмотреть, где-то пишут, что влагозащита есть в стоке, где-то ее нет, надо будет посмотреть, разобраться. Дальше, здесь все крепления, конечно же, они тоже также продолжаются металлические, все металлическое, но сама основа, я говорю, тоже металл, пластик. Вот, привода эти пластиковые. Вот, что еще здесь, задний амортизатор тоже самое, ну, смотрите, кстати, задний мостом немного все получше смотрится, и вот мы поднимаем на такой уровень, да, и ничего вообще еще пока даже не думает подниматься, и только вот теперь начинается подъем. Что касаемо резины, смотрите, вообще прям очень круто, главное, как бы здесь будет масса, да, это вот это колесо, спереди будет аккумулятор, поэтому, я думаю, спокойно будет, ну, тест-драйв все посмотрим. Вот. Что касаемо еще, ну, на самом деле, наверное, в принципе, все. Ну, задний мост, да, давайте вам тоже покажу. Задний мост, он так вот работает.
Кстати, да, заправлено маслом, спокойно маркизируют, проблем никаких. Надо будет посмотреть, кстати, что за масло, вот, и как уже потом дальше будем эксплуатировать. Прокатимся на тест-драйве, попробуем, все, так сказать, опишем, как все это будет дальше работать. Ну, пока, наверное, в принципе, все. Итак, сегодня было на распаковке Рема Хобби. Подписывайтесь на мой канал, будет много чего еще интересного. Расскажем дальше, что будут, какие новинки выходить. Прокатим тест-драйв и там уже какую-нибудь сведем, да, к общему мнению по поводу данной модели. Если нравится краулер, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, будет много еще чего интересного. Все, ребят, всем пока и удачи!